Последний штрих. Обязательно проводим влажно-тепловую обработку. Вот так вот выглядит деталь до ВТО. Что я рекомендую сделать? Так, кладем лицом вниз. И утюг в режиме пар с близкого расстояния. Я не прижимаю утюг. Прохожу паром. Расстояние 5 миллиметров. Я не ставлю утюг. И то же самое с лицевой стороны. Поправляю края. И точно так же паром утюг в режиме пар, не прикасаясь никакого пресса. Петельки расправляются осторожно, не обожгитесь. И, пожалуйста, результат. Как выглядит изделие до влажно-тепловой обработки и после. Даем остыть 10 минут. Никакого пресса.